Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой «Патриот». Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе, украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально, пользуясь случаем, официально говорю, мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ. Оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой «Патриот» из конкретного места и в конкретное время. Я уже говорил, в 11:10 было произведено 2 пуска с территории подконтрольной украинским властям. Вот мы просим о том, чтобы приехали международные эксперты.